Здравствуйте, мои уважаемые дамы! Меня зовут Татьяна Кожевникова, я автор программы «Интимная гимнастика». Этой методикой я занимаюсь уже более 20 лет. И так сложилось в моей жизни, что я единственная в мире женщина, которая удержала интимными мышцами 14 килограмм. И за эти 20 лет работы над своим телом, совершенствуясь на физическом и духовном уровне, очень много медитируя, занимаясь энергетическими практиками, я хотела вам передать очень много интересной, сакральной, магической информации. И мне бы сразу хотелось здесь напомнить, что многие, конечно, мои ученики занимаются по моей методике. Многие просто берут мою программу, ей пользуются и дают другим людям. И, конечно, мне это приятно. Но есть одно «но». Сейчас я даю программы все именно в определенном энергетическом потоке, в определенном состоянии, в моем внутреннем. Как я это делаю? Это есть и мой секрет. И если вы выполняете все мои упражнения именно в моей последовательности, именно со мной, что мы будем с вами делать очень много медитаций и упражнений, это дает колоссальный результат. Мы находимся в одном потоке, вы ощущаете ту энергию, то эмоциональное состояние, и нарабатывается некий навык. Поэтому повторюсь, уважаемые женщины, заниматься с мастером – это совершенно разные вещи, чем заниматься просто с простым инструктором, который не знает некоторые магические вещи.